Хочется в этот день исполнить специальную песню. Она называется «Глаза феи» на итальянском «Occhi di Fata». Как, Саша, перевести лучше на английский, точнее? «Magic Eyes» сам сказал. Она русская. Так, чуть-чуть поближе. Один раз на русском, другой на итальянском. Окей. Какой текст лучше? Говори громче. Русский текст вперед или итальянский? Мы слушали. Да, но какой первый? Русский. Первый итальянский. Итальянский, хорошо. Итальянский. Come on, daddy, son. Бесконечно глубокий.
Еще одну. Одну еще. Витика, давай еще одну какую-нибудь. Еще такие непридуманные аплодисменты, да, чтобы вас вознаградить. Красивые. Я проснулся. А? Мы не слышим. Может, вы подскажете? Ну, давайте. Какой подскажет? О, соли мия. У него голос сейчас. Давайте попроще. Вот когда мы публика в ожидании решения. Наконец, решение принято. Я спираль, я помню.
Итак, снова переговоры на Хашмине. Песни, которые соответствуют сегодняшнему празднику. Аудитория в ожидании решения, и наконец решение принято. Тишина. Минуточку внимания. Спасибо. Спасибо большое. Отдыхать. По-настоящему победу.